Ням-ням-ням-ням, вкусно, как обожаю земляных курочек. Да они вообще бомбардировка. Ой, блин, мы же не помыли руки, ёлки-палки, надо их помыть. Я съем ваших земляных курочек, если вы не построите мне самый большой земляной унитаз в мире. Сегодня я с Жумы-Хумбой построю самый большой, ну, наверное, унитаз на сервере Reliworld. Для начала я нарисовал макет. У меня ушло на это 6 часов, и получилось и то. Ладно, на самом деле я построил макет в Майнкрафте, и у меня получилось вот это. На самом деле на данное сооружение у меня ушло 30 минут. Если вы не хотите послушать сказку, то проматывайте на этот тайм-код. Русская народная сказка «Кэм-бэк-бэк». Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе: «Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок?» Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила муку на сметане, состряпала колобок и сжарила в масле, и на окошко студить положила. Колобок полежал-полежал, взял да и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог да в сени, и синей на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Катится колобок по дороге, навстречу ему заяц. «Колобок, колобок, я тебя съем! Не ешь меня, заяц! Я тебе песенку спою!» «Я колобок, колобок, я по коробу скребем, по сусеку метем, на сметане мешем, да в масле прижем, на окошке стужем, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, зайца, подавно уйду!» И покатился по дороге, только заяц его и видел. Колобок, навстречу ему волк. «Колобок, колобок, я тебя съем! Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою!» «Я колобок, колобок, я по коробу скребем, по сусеку метем, на сметане мешем, да в масле прижем, на окошке стужем, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, от тебя, волк, подавно уйду!» И покатился по дороге, только волк его и видел. Катится колобок, навстречу ему медведь. «Колобок, колобок, я тебя съем! Где тебе, косолапому, съесть меня? Я колобок, колобок, я по коробу скребем, по сусеку метем, на сметане мешем, да в масле прижем, на окошке стужем. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от тебя, медведь, подавно уйду!» И опять покатился, только медведь его и видел. Катится колобок, навстречу ему лиса. «Колобок, колобок, куда катишься?» «Качусь по дорожке!» «Колобок, колобок, спой мне песенку!» Колобок и запел. «Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен, да в масле прижен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лисы, нехитро уйти!» А лиса говорит: «Ах, песенка хороша, но слышу я плохо, колобок, колобок, сядь ко мне на носок, да спой
еще разок. Погромче! Толобок вскочил лисе на нос и запел погромче ту же песенку. А лиса опять ему: «Колобок, колобок, сядь-ка мне на язычок, да пропой в последний разок». Колобок прыг лисе на язык, а лиса его хам и съел. Итак, казалось бы, дело за легким — добыть землю и построить унитаз. Ну да вроде все легко, но это на первый взгляд. Для начала я сделал много лопат. Затем я накопал 5 стаков земли, но меня убил зомби и оказался на спавне, телепортировался к Жумыхумби. В тот самый момент он не помогал мне, он сидел в незаприваченном домике, который был неподалеку. К счастью, потом я дал ему половину всех своих лопат, а их было где-то 16, и мы пошли копать землю вместе. Мы накопали 18 стаков земли, и я сказал ему: «Нам надо еще накопать, ведь требуется 27 стаков», а он мне говорит: «Давай построим унитаз поменьше». Ну, мы и начали строить унитаз поменьше. В моем макете был унитаз где-то 11 на 11, а мы начали строить 6 на 6. Пока мы строили, Жумых Зумба решил меня скинуть. Я упал и помер. Я телепортировался к другу и понял одну плохую механику сервера. Когда игрок умирает, в первую очередь исчезает вся земля, а потом ресурсы. Вообще это плохо, но это не помешает вам зайти на сервер или World IP-адрес сервера в описании. Кстати, о рекламе. Вы когда-нибудь задумывались, что желать, если приспичило в туалет в лесу? Предлагаю использовать вам компактную пачку салфеток. При помощи этой имбы вы можете не только какать на природе, но еще и питаться. Советую вам не есть арбузные салфетки, они невкусные. Все, конец рекламы, она закончилась, и начинается еще одна. Все мы хотим есть, но иногда мы хотим и пить. Я предлагаю вам универсальный продукт — огурец свежий. Съев данное творение природжи, вы утолите не только жажду, но еще и голод. Короче, огурец свежий — это имба полная, все, смотрите дальше. Так как мы решили строить унитаз рядом с РТП, неподалеку пробегали игроки. Они не мешали нам до одного момента. Однажды к нам пришел какой-то донатер и предложил затимиться. Я согласился, начал строиться к нам, а Жумыхумба не растерялся и скинул его с унитаза. И вот когда мы достраивали бачок, я поставил там 3 блока дерева просто так. «Привет! Мы все достроили, теперь ты должен нас наградить!» «Ты напрасно делаешь вид, что знаешь все наперед! Все равно чего ты не успеешь даже...» «А, нет! Не надо, что происходит!» «Что произошло?» «С того момента прошло 2 дня! Мне стало интересно, сломали ли наш унитаз!» Я зашел на сервер, зашел на анархию и увидел это. Наш унитаз почти не тронули. Я был рад этому, я немного побегал вокруг него и увидел 2 игроков. Я спросил у них: «Как вам мой унитаз?» Они мне не ответили, они просто убили меня и забрали вещи. Казалось бы, на этом можно закончить видео. Но мне в голову пришла идея сделать грифер-шоу при помощи нашего унитаза. А чё всё на этом сервере такое снимают? Так мне пришлось отстоять в АФЭКа примерно минут 20, чтобы было ровно 3 часа наиграно. Я начал писать заманчивую надпись в чате, и ко мне сразу же телепортировался алмазник. Я попытался его скинуть, но что-то пошло не так.
потом ко мне телепортировался еще один чел, и все опять пошло не так. Мораль такова: никогда не устраивайте грифер-шоу на земляных унитазах.